Обстоятельства ЧП с пассажирским самолетом расследуют в Сомали. В аэропорту Могадишо с дырой в фюзеляже экстренно сел аэробус, на борту которого, по одной из версий, был совершен теракт. Эти кадры выложил в сеть человек, утверждающий, что сам летел тем рейсом. Видны свисающие кислородные маски и отверстия в корпусе. Через него выбросило одного из пассажиров. Тело погибшего уже найдено. Всего на борту было более 70 человек, двое получили незначительные травмы. Худшего удалось избежать благодаря тому, что все случилось практически сразу после взлета на относительно небольшой высоте, поэтому самолет не развалился в воздухе, и экипажу удалось благополучно его посадить. По некоторым данным, на фюзеляже обнаружены следы взрывчатки, но официальные власти версию теракта пока не подтверждают, ссылаясь на отсутствие доказательств.